Мы спокойно берем любое заимственное слово. И я, например, вижу одну из причин, когда мы легко принимаем иностранные слова, потому что у нас богатая словообразовательная система. Масса суффиксов, приставок, и мы так все перевариваем хорошо. Мы его адаптируем, мы его приближаем к себе. Да даже нет. Ну что значит угодно. Адаптируем? Не адаптируем. Вот возьмите слово пиар. Вот вы сказали менеджер, а я возьму слово пиар. Заимственное слово. Но оно вошло в язык. Легкое, простое, двусложное, склоняемое. По типу там стол, да? И, пожалуйста, сейчас, вот когда мы проследили, сколько производных от слова пиар, их свыше 300. И пиарить, и пиарщик, и пиаровый, и пиарище, и так далее. Так вот скажите, пожалуйста, вот пиарище, можно сказать, что это иностранное слово? Да нет, оно русское.